и Альпы. Давно уяснить мы должны, зачем нам заморские пальмы? Мы русским березкам верны. Нас не загонишь в Майами, Канары, Монако, Бали, Сейшелы, Мальдивы, Гавайи, на Кипр, Мальту, Кубу, Мали. Не будем учить мы немецкий, зачем нам их Иерусалим? Не нужен нам берег турецкий, поедем в родной русский Крым. Не нужен нам берег турецкий, поедем в родной русский Крым. Давайте вторую песню постараюсь спеть шуточно. Называется «Меня похитили пришельцы». В парке как аристократы, мы с друзьями как всегда отмечали день зарплаты на скамейке у пруда. Я не помню, как под утро я кустами шел домой, без ботинок, чужой куртки и с разбитой головой. Тут еще беда со слухом, в речи чувствую дефект. Так на сложно жить над ухом, неопознанный объект. Но я вначале думал, белка посетила разум мой. Потом нет, смотрю, тарелка приземлилась предо мной. Чуть не лопнуло сердечко, когда там открылся люк. Три зеленых человечка из его выходит вдруг. Смотрит как-то недовольно, как во время похорон. Обступили гуманоиды меня эти с трех сторон. Видно, что это задевают, как схватили за кадык. Все понятно, проверяют, баба я или мужик. Я спросил, с какой планеты гости яли навсегда. Они меня за это затащили на корабль. Но мы катались на тарелке, мне давали порулить. Я во время посидела, научила хлопку пить. Я уже во время пьянки догадался, в чем прикол. Здесь лежит на планетянке один слайд.